Он с пистолета стреляет лучше, чем я со снайперки. Да секундочку, так всегда. Да, ну нахер, вот так вот сделаю. Полиция Нью-Йорка. Мне нужен код от двери 7-го этажа. Да, да, я его знаю. Сейчас. А, вот. 667. Сразу за числом зверя, понял? Понял, понял. Вот хорошо. Оставайся здесь. Ты дегенерат, ты своего другана убил. Спасибо за подписку. Зачем ты это сделал? Признавайся. Мона, я нашел платформу для мойки окон. Я спускаюсь. Макс? Да? Не знаю, я просто хотела сказать... Черт! Мона. Не знаю, почему так я испорчу все. Но первый звук был, как будто она перданула микрофон. Идите на... Мона. Ёб твою мать, бабуля! Может, все-таки типа поближе? Как это работает? Я пошел. Корпус грузового парохода. Борис Дайм явно был на борту. Мне предстояло убрать половину всей команды, чтобы хотя бы подойти к нему. Оружие явно было в трюме, среди крыс и воды с масляными разводами. То есть, это еще малое количество людей мы встретили, да? Видите лицо Пейна? Вот честно, я согласен. Ой, хорошо выпрыгнул. Слушай, да? Так вот. Уступай. Я победю. Он спрятал руки. Сука, он и не заходит, и не открывается. Подождите. Вот тут тепло. Мне кажется, что-то не так. Не знаю, что может быть не так. Блять! Какой ты...
блядь, гладильной доской! Его не остановишь? Так, где там еще кто был? Какой? За них тоже Никита играет, походу. Не пришел на бухлострим, извини, бухлострим. То, что происходит в бухлостриме, остается в бухлостриме. Пацаны, не надо. Не надо, успокойтесь. Успокойся, успокойся. Ой, не надо, не надо, не надо. Что ты делаешь, дебил? Тебе нравится? Тебе нравится, ему нравится. Я, короче, я не знаю, я с гранатомета его встречу. А, да подожди, это неправильно. Раз, два. Три. Четыре. Какой тут близи подошел, тир. Он готов? Ох, ребят. Блять. Пацаны, не надо, хватит. Ты что творишь, дебил? Макс, что происходит? Макс, нормально. Алло, заебись мне, что происходит-то, блядь? Женщина, ты, блядь, как всегда, мне прямо сейчас ответить. Блять, опять гладильная доска.